Всем привет! Меня зовут Наталья Лучининова, мне 27 лет, я представляю свой родной регион, я Яманенский автономный округ. Я родилась в северном городе Ноябрьске. Регион удивителен тем, что зимой это всегда очень холодно, это морозы, а летом огромные комары. Я пришла в музыку через музыкальную школу. На протяжении большого периода наших выступлений конкурсных я решила, что мне нужно идти дальше. Я хотела связать свою жизнь с музыкой, но почему-то, когда получила образование, как-то я сдалась и ушла просто в учителя. Наверное, я сама в себя не верила. Через полгода я поняла, что я скучаю. Так как не было возможности где-то начать сразу выступать, я начала писать песни. Вот три окна между уроками и, пожалуйста, готовый хотя бы куплет-припев. Я бы, наверное, хотела все-таки работать по своей специальности. Диплом певицы, концертный исполнитель, артист ансамбля. Сейчас, пройдя определенный путь, я жалею в своей жизни о том, что я очень много слушала других людей, а должна была слушать себя. Проект может мне помочь раскрыть себя и показать себя.